Доброе утро всем, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы на финансовых рынках и, разумеется, продолжаем говорить о том, что приводит в движение финансовые активы. Друзья, распространение вируса продолжается. Статистика неутешительная, количество новых случаев растет в геометрической прогрессии. К сожалению, мы снова по прошествии еще одного дня констатируем то, что коронавирусную инфекцию никак не удается локализовать. На данный момент общее количество заболевших составляет 182 тысячи. Значительный прирост даже по сравнению с той цифрой и тем показателем, который мы обсуждали с вами накануне. Количество летальных исходов также увеличивается. Меры беспрецедентные, которые принимаются правительствами стран, это закрытие границ, тотальная изоляция, закрытие предприятий, люди сидят дома, друзья, заводы, промышленности фактически не работает. Это приводит к, по принципу цепной реакции, к тому, что затухают предприятия, ориентированные на экспорт, потому что мировой экономике не нужны сейчас ресурсы, необходимые для потребления. Поэтому сегодня мы вправе говорить о том, что тот кризис, который развивается на данный момент, это не кризис отдельно взятой финансовой системы, либо кризис, скажем, денежной эмиссии. Это кризис, как я уже не раз говорил, друзья, я прям настаиваю на том, чтобы вы это запомнили и имели это в виду. Это кризис общественного здравоохранения. Ситуация, когда невозможно решить проблему, заливая ее деньгами. Мы говорим, друзья, сейчас о общей мировой экономической рецессии. Поэтому логичный вопрос, что и как нужно делать сейчас инвесторам. Я надеюсь, то, что те из вас, кто не первый день на брифинге, друзья, знают, как мы уже, в принципе, действовали, когда ситуация только начинала развиваться. Вы знаете, что делать сейчас. Самая лучшая рекомендация – это плыть по течению, друзья. Это работать вместе с трендом и не мудрить, считая, что рынок, какой-то актив достиг уже своих донных уровней. Что у нас по рынку нефти? Brent на данный момент котируется на отметке 30.63. Лоу вчерашнего дня, как мы с вами говорили, был протестирован уровень поддержки $30 за баррель. Лоу составил 29.45. Это минимальные значения за последние 4 года. Я не сомневаюсь, друзья, то, что мы окажемся ниже 28-27, там уже будут минимальные отметки с 2003 года, потому что рынок нефти продолжает сейчас оставаться под давлением коллапса спроса и предложения. Мы также накануне об этом очень много говорили. Действительно, разрушаются бизнес-процессы, срываются мировые цепочки поставок, распространение инфекции продолжается и значительно снижается спрос на углеводороды. Причем, если раньше были оптимистичные оценки, ну, вроде бы как рядовая проблема, снизился спрос, но он также может и восстановиться. Я хочу, чтобы вы понимали, что сейчас мы говорим о исторических прецедентах. Фактически спрос на нефть может просесть на 3 миллиона, и тогда мы будем проводить аналогии с кризисом 80-х годов. Но я доверяю, опять же, оценке Goldman Sachs, еще и потому, что, в принципе, сам разделяю такую же позицию. Спрос на нефть может снизиться больше, чем на 4 или даже 5 миллионов баррелей. Это вообще будет рекордный показатель. Профицит нефти по предложению может составить 6 миллионов баррелей. То есть значительное превышение над спросом. А учитывая то, что, друзья, у нас такие мрачные перспективы для мировой экономики, учитывая то, что Саудовская Аравия и ряд других стран, ключевых нефтедобывающих регионов, планируют активно начать увеличивать нефтедобычу, я думаю, что этот профицит, он будет только увеличиваться, и рынок останется вот под давлением вот этого новостного фона. Нет причин для покупки, поэтому ставим на снижение. Рубль уже 75, это нормальная реальность для российской валюты. Никто даже ухом сейчас не ведет, что в принципе что-то ненормальное. Напротив, те, кто более-менее разбирается, думают, что и не знают, почему рубль на текущих значениях. Ведь с точки зрения бюджетных правил он должен быть ниже, он будет ниже, друзья. Главное, не так же мудрите и не считайте, что 75 это предел, и дальше будет только восстановление. Мы увидим 80 и, скорее всего, в ближайшие дни. Доллар-иена 106.39, Федрезерв снизил процентную ставку, перезапустил программу количественного смягчения, это
дополнительная инъекция денег в экономику на 700 миллиардов долларов, которая пойдет на покупку облигаций с ипотечным покрытием. Я думаю, что объемы программы количественного смягчения будут увеличены. Программа количественного смягчения – это ответ на кризис, возникающий долларовой ликвидности и ее очевидной нехватки. Вот почему я буквально накануне также говорил, друзья, что из-за того, что центральные банки большой семерки снизили ставку фактически до нулевой отметки, сейчас изменился главный действующий персонаж, который обладает статусом валюты фондирования. То есть, может быть, раньше это было евро, то сейчас я полагаю, что это уже доллар. Поэтому спрос на долларовую ликвидность, кстати говоря, на американские облигации также сейчас колоссальный спрос, и они номинированы в долларах. Косвенно можно найти причину, почему американская валюта также будет дорожать. Но вот в паре доллар-иена, повторюсь, друзья, здесь мы разделяем короткую позицию, потому что все-таки иена легко может обыграть доллар. Я рекомендую придерживаться именно селла в расчете на то, что спрос на иену, как на защитный актив, на фоне жестких мер, принимаемых правительствами, все-таки приведет к тому, что пара будет постепенно снижаться в район сотки. Золото 1496, возможно, слабость доллара – это ответ на рост американской валюты. Восстановление доллара легко сейчас заметить в динамике индекса доллара. Но это не значит, что тенденция сохранится дальше, потому что золото все-таки тот самый актив, который, на мой взгляд, сейчас крайне недооценен, учитывая то, что происходит в мировой экономике. Откуда бы вы ни вошли, друзья, длинные позиции сейчас, я думаю, что это будет крайне привлекательной и очень выгодной сделкой на перспективу. Американский фондовый рынок снижается за день минус 12%, по S&P 2495 пунктов. Повторюсь, друзья, что тот уровень, на который ориентируюсь я и считаю, что он будет достигнут, это 2100 пунктов. Вот тогда я буду уже искать уровни для покупки. Австралиец снижается. Несколько часов назад протоколы нам снова указали, что ущерб будет титаническим для австралийской экономики. Снижение ставки неизбежно. Мы пробьем уровень 0.60. Сейчас котировки 0.61. Те, кто хочет заработать на, скажем, экспресс ставки и получить экстра локальную прибыль, еще не поздно, друзья, продать. Доллар канадец, хай 1.40. 18. Поздравляю всех с профитом, вы молодцы. Мы ждали, что канадский доллар просядет настолько. Закрытие границы Канады и, опять же, вероятность еще большего смягчения политики сделали свое дело. Евро против доллара 1.1175. Здесь я делаю акцент на укрепление позиции доллара, на его статус валюты фондирования, на меры экономического стимулирования еврозоны, которые должны долгосрочно привести к снижению курса евро. По фунту такая же ситуация. 1.2 22.50, идем на уровень 1.20. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.